Сможет ли инвалид управлять байдаркой? Многие в этом засомневаются. Но зря. Участники спортивно-реабилитационного фестиваля «Доступная вода» в Сормовском парке доказали, что инвалидность – это не повод забыть про весла. Соревнования на воде – это масса приятных эмоций и впечатлений, но главное – безопасность. Поэтому спортивный фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Доступная вода» начинается с примерки спасательных жилетов. Без них отправиться в путешествие на байдарках и рафтах никак нельзя. Чтобы привыкнуть к лодке и почувствовать себя частью команды, инструкторы несколько недель проводили с инвалидами тренировочные заплывы. Все рафты, байдарки и сапсерфы оборудованы специально для людей с ограничениями в движении. Тренеры научили их, как сохранить баланс на судне, правильно им управлять и развить скорость. И вот долгожданные старты. Дается старт! Внимание! Марш! Первая тройка байдарочников отправляется на дистанцию. Третьим членом команды является волонтер-специалист для страховки. Но участники с инвалидностью, которые управляют байдаркой, чувствуют себя на воде прекрасно. Многие развивают скорость не хуже опытных гребцов. Дистанцию нужно проплыть на время и не коснуться буйков. На финише непередаваемые эмоции. За стартами на байдарках с интересом наблюдали участники свободных заплывов на больших рафтах и маленьких сапсерфах. Эти доски для серфинга со специальными сиденьями для инвалидов особенно понравились многим участникам спортивного фестиваля. Одни уходили на них в одиночные заплывы по озеру, другие просто лежа отдыхали под шум воды. По итогам соревнований самые быстрые награждены медалями и сладкими подарками. Но само участие в таких мероприятиях для этих людей гораздо важнее. Здесь они видят, что на самом деле их возможности не ограничены. К тому же байдарки и рафты сплочают и развивают командный дух. Поэтому на следующий год организаторы снова рассчитывают получить грант и провести спортивный фестиваль «Доступная вода».